стадионе. На спуске Шипулин первый, Шемп за ним. Что тут творится? Наша команда немецкая. Шемп пытается атаковать. Закрой ворота, Антон. Так, пошел Шемп. Вы посмотрите, насколько наступает друг на друга Антон. Ну тут пожестче надо, он с Фурканом разбирался. Этот трактор немецкий, не надо отпускать, Антон. Включился Шемп и очень здорово идет. Наглости не занимать, упорство тоже Шемпу. Вот сюда вклинится Антон и пошел, не жди. Но не торопится вырубать, Шемп идет очень мощно на финишной прямой. Закрывая коридор для Шипулина. Давай, Антон, подожми. Какой финиш Шипулина. Вы посмотрите. Получите, товарищи, иностранные партнеры. Вот так. Антон Шипулин. Против такой работы нет ни грязной Шемпа. Я это хочу сказать, очень агрессивной. Но сейчас российский лом переломил ситуацию. Мы победили в этой гонке. Браво! Антон Шипулин не стал идти ва-банк, получив предупреждение. Но вы посмотрите, тут еще фэрплей. Не стал очень жестко атаковать тогда, когда можно было и свалить соперника, и свалиться, может быть, даже самому. Зная о том, что было раньше, но Шемп сегодня лузер, как это было часто.